Уроженка американского штата Колорадо, которая потеряла слух 11 лет назад, смогла покорить судей и пройти этап в популярном телешоу «America's Got Talent». Мэнди Харви выступила со своим музыкальным номером и песней, которую она сочинила сама. Краткий видеообзор случившегося опубликовал телеканал CNN. По словам 29-летней Харви, она потеряла слух в результате ревматической болезни. Теперь женщина, которая занималась музыкой с 4 лет, пользуется мышечной памятью и визуальным тюнером. Американка воспринимает бит через вибрацию пола во время своих выступлений.